Семейные Олимпийские игры в Мончегорске. В минувшие выходные город металлургов принимал команды смелых и ловких из Мурманска и Печенского района. Заполярные семьи уже не первый год принимают участие в состязаниях. На празднике спорта и дружбы побывала и наша съемочная группа. Семейный спортивный праздник «Полярная Олимпиада» проводится в Мончегорске в четвертый раз. Мероприятие организуют «Норникель» и «Кольская ГМК». Здоровому образу жизни здесь уделяют особое внимание. Сотрудники компании активно занимаются не только любительским, но и профессиональным спортом, а «Норникель» их поддерживает. Норильский никель вообще спортивная компания, она поддерживает очень много спорта и вкладывает в развитие спорта. И для нас очень важно на территориях присутствия то, что люди ведут здоровый образ жизни. Мы это, безусловно, очень поддерживаем, всячески стараемся помогать, организовывать мероприятия. Некогда корпоративный конкурс «Норникеля» вырос до региональных масштабов. В соревнованиях участвуют семьи из Мончегорска, Мурманска, Печенского района. Главная задача – привлечь всех к здоровому образу жизни. Спорт он помогает человеку быть здоровым. Мы заинтересованы в здоровых людях, а люди заинтересованы в работе. И, соответственно, если люди будут вести здоровый образ жизни, соответственно, находить какое-то время для спорта, им будет легче на работе, легче достигать тех целей, которые ставятся в производственной задаче. Поэтому спорт обязателен, это неотъемлемая часть должна быть в каждом человеке. Прекрасная погода и яркое весеннее солнце стали залогом отличного настроения. 18 команд соревновались в 5 этапах. Испытания сложные, важно все. Быстрота, ловкость, смекалка. Тут без подготовки не обойтись. Капитаны команд – дети. Состязались между собой болельщики. Яркие плакаты, громкие кричалки, конкурс девизов и стихи для любимых команд. В ход шли трещалки и дудки с символикой праздника, заранее заготовленные организаторами. Для лучших болельщиков – призы. В разных номинациях от самого креативного до самого скромного. Наградили всех. Я не знаю, победит эта команда сегодня в общекомандном зачете, но вы со своей стороны сделали все, чтобы они победили, и уж тем более все, чтобы победили вы. Весь пьедестал почета Полярной Олимпиады заняли мончегорцы. Золото у семьи Романовых, второе место у Сверчковых и бронзовые призеры Галановы. За победу семейным олимпийцам вручили дипломы и ценные призы. В прошлом году мы были призерами, тоже занимали третье место. Но, тем не менее, Ирина все-таки ждет, надеется взять у них интервью. Самый высокий пьедестал почета. Нас не оставляла мечта. И этот год для нас будет последним, так как нам уже 10 лет. И мы осуществили свою мечту. Нас переполняет радость. Для гостей праздника были организованы спортивные аттракционы, эстафеты, игры. Для тех, кто проголодался, горячая каша с мясом, чай и сладости. Но главный приз – отличное настроение – достался каждому. Завершилась Полярная Олимпиада танцевальным флешмобом и цветным салютом.